Школьный выпускной бал – праздник с ноткой грусти и волнения. Мальчишки в строгих костюмах, а девочки во всем великолепии вечерних платьев с тоской смотрят на учителей и родителей. Ведь это день расставания с любимыми учителями и одноклассниками. Любой ученик ждет его с нетерпением, так как дальше уже начинается другая жизнь – взрослая, самостоятельная. В этом году со второй школы попрощались 34 выпускника, среди них 3 золотых медалиста. Все они с успехом освоили программу общей средней школы и в торжественной обстановке получили аттестаты. Впереди их ждет поступление в вуз и большое плавание под названием «Взрослая жизнь». У каждого свои планы и желания, но все они сходятся в одном – образование должно быть обязательно. Я собираюсь, возможно, идти на таможенную, но сейчас самое главное – это чтобы пришли результаты, и они удовлетворили меня, чтобы я хотя бы что-то набрала и поступила туда, куда я хочу. Надеюсь, что буду заниматься тем, чем я хочу – востоковедением. Вот, надеюсь поступить в вуз, который я хочу. Планирую я поступать в Москву, в Московский энергетический институт, на факультет наноэлектрики, наноэлектроники. Ну, в будущем уж как получится. В идеале было бы, конечно, создать свою компанию, какой-нибудь, где по производству всяких там наноизобретений и тому подобное. Но, в принципе, надо подходить к делу реально, поэтому как пойдет? На юриспруденцию, потому что меня больше всего интересуют права человека и их защита, особенно детей. Хочу отучиться, стать хорошим журналистом и попасть на Первый канал. По традиции, вечер продолжился в кафе, где ребят поздравляли учителя и родители уже в более расслабленной обстановке. Конечно, каждая мама и папа в этот вечер испытывали небывалые чувства и эмоции. Радость, гордость, переживания, конечно, очень волнение большое, потому что впереди действительно очень такой тяжелый путь. Вот. Ну, хочется пожелать удачи. Я думаю, что совсем справимся. Они выбрали этот путь, и они должны следовать этому пути. А так, удачи во всем, во всех начинаниях, чтобы они осуществили все свои желания, то, что задумало, всего им самого наилучшего. Мы хотим пожелать вам вечности, жизни недолгой, большой, без преград. Мы хотим пожелать вам нежности и любви, и любимых глаз, вечной, прекрасной молодости, мечты, убегающей вдаль, и побольше друзей, с которыми расставаться бывает жаль. В добрый путь, наши детки. Классные мамы, скрывая слезы, радовались за своих воспитанников и с гордостью смотрели на каждого из них. Сейчас мне такого не было. У меня был вот второй выпуск, был очень сложный. И я думала, ну когда же они уйдут? А когда они ушли, я пришла 1 сентября, мне их не хватает. Я знаю, что я опять приду, и мне их будет не хватать. Я буду тосковать, грустить по ним. Но я желаю им всего самого наилучшего. Выпускной бал бывает только раз в жизни. Он особенный и неповторимый. И этот вечер для выпускников второй школы прошел ярко и феерично, потому что второго шанса попрощаться с детством у них уже не будет. Раз, два, три! Закончился вечер праздничным фейерверком, а затем, как делают все выпускники вот уже много лет, будущие инженеры, врачи и журналисты отправились встречать рассвет.